Современные проблемы математики. Автор Пилчер читает Кэтвиллд. Я тут посчитал, что найти вторую половинку. У меня меньше шансов, чем найти другую форму жизни во Вселенной. Вдруг выдал юнги после третьей пинты пива. Он икнул и ославил, посмотрел на Техьона. Обоснуй. — кивнул такой же податый Тэйон и оперся головой на руку, приготовившись внимательно слушать. «Возьмем уравнение Дрейка и метод ферме. Доробим большую проблему, отсутствие девушки, на более мелкие вопросы, потом на еще более мелкие. И что получаем?» «Что получаем?» «Получаем критерии, которые задаем». Юнги достал из кармана шариковую ручку, Взял со стола салфетку и принялся записывать. Поблизости от меня живет примерно четыре с половиной миллиона женщин, так? Из них по возрасту мне подходит двадцать процентов, то есть около восьмисот тысяч», — черкал он на салфетке цифры. «Из них не в отношении их половина, значит, грубо четыреста тысяч. Ты следишь за моей мыслью?» «Угу, внимательнейше». — кивнул Тэхён. «Так как я хочу, чтобы моя женщина была со мной на одной волне, дышал, так сказать, со мной одним воздухом, у нее должно быть как минимум высшее образование. А значит, остается 104 тысячи женщин». Юнги продолжал чиркать на салфетке, важно кивая самому себе. «Я хочу привлекательную женщину. Примем, что таковых 5%. А значит, Пять тысяч женщин. Положим, из них только пять процентов сочтут меня привлекательным. Протестую, подал голос Тихен. Ты красавчик! Полагаешь, поморщился Юнги. Эмпирический анализ мне подсказывает, что ты ошибаешься. Итак, пять процентов сочтут меня привлекательным, а это 260 человек. Ужиться я смогу, допустим, с десятью процентами. Следовательно, это двадцать шесть женщин. А это в четыреста раз меньше, чем возможное количество внеземных цивилизаций. Юнге откинулся на спинку кресла, с победным видом швырнув ручку на стол, и отпил пиво. Поэтому, вероятно всего, я так и останусь тридцатилетним девственником» и мой максимальный физический контакт с другим человеком ограничится походами по врачам. — Я не согласен с твоими отсекающими критериями. он разлил пиво из кувшина по бокалам. — Ты в своих расчетах счел привлекательным всего пять процентов. Почему? — Ты помешан на красоте или, не дай Боже, приверженец надоедливого мифа о золотом сечении. Я тебе скажу на это фиг. До